Поликлинику университетской клиники «Казань» ждут большие изменения. Перемены связаны с реализацией масштабного проекта «Дружелюбная поликлиника». План предполагает совершенствование принципа работы врачей-терапевтов, открытие нового уникального центра рентгеновской диагностики. А пациенты навсегда смогут забыть о привычных очередях. Более того, в поликлинике откроется новое отделение, в котором будут оказывать широкий спектр амбулаторной хирургической помощи. На услуги поликлиники Казанского федерального университета сможет рассчитывать не только прикрепленное к медицинскому учреждению население. Доступность медицинской помощи будет обеспечиваться работой врачей различных специальностей. Реализация задуманного планируется после окончания капитального ремонта. В новом формате поликлиники после ремонта мы планируем повысить качество, доступность и эффективность нашей работы при оказываемой помощи населению. В первую очередь это будут доступные большие зоны ожидания для населения. Но даже мы не планируем, чтобы вообще люди находились в очередях. Вот для этого мы планируем перестроить работу так, чтобы запись для населения была комфортной, удобной.